Привет, с вами Ольга. Сегодня приготовим простое, быстрое и очень вкусное блюдо – тефтели с рисом. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить еще много новых вкусных и интересных рецептов. Ингредиенты и описание этого блюда также вы найдете под видео. Давайте начинать готовить. Берем фарш. Фарш берите любой, на ваш вкус, на ваше усмотрение. Добавляем соль, перец, яйцо, мелко нарезанный лук, молоко. Хорошо все перемешиваем. Немного взбиваем фарш, чтобы масса стала более плотной и однородной. Берем емкость, где будем запекать, на дно высыпаем рис, у меня пропаренный. Добавляем мелко нарезанной моркови, солим. Добавляем бадьян. И лепим вот такие шарики, тефтельки. И укладываем сверху на рис. Немного льем молока. Кипяченой воды, так чтобы она на 2 пальца была выше риса. Сверху кладем болгарский перец, помидор и запекаем в духовке при температуре где-то 180 градусов 25-30 минут. Вот такое блюдо у нас готово. Сверху подаем со свежим укропом. Вкусный и быстрый ужин у нас готов. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие рецепты. До новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!